участники конкурса. Я Галина Шумилова, мне 64 года. Проживаю в Литве, город Вильнюс. С детства я любила рисовать, однако большая часть моей жизни живопись была только моим хобби. Я закончила юридический факультет Вильнюсского государственного университета, работала долго по специальности. Потом открыла свою компанию, и опять у меня не было времени заняться любимым делом. И только 7 лет назад я вернулась к живописи, и сейчас живопись является основным делом моей жизни, которое приносит мне радость, энергию и возможность самореализации. Моя картина «Шахматная партия» исполнена в стиле сюрреализма. Сейчас весь мир говорит о происходящих трагических событиях как о шахматной игре. Только на кону в этой игре стоит земной шар, который может погибнуть. К этой теме я и хотела привлечь внимание в своей картине. Надеюсь, что мне удалось. Спасибо за внимание.